Мы приехали из города Санкт-Петербург, именно вот в эти святые для каждого русского человека, ну не просто русского, для всех мы все, я считаю, одним словом называю всех. Эти дни, День Победы, хочется сказать, конечно, большое спасибо всем ветеранам за это огромное дело, которое они сделали для нас, за ту жизнь, которую они подарили не только нам, а тем поколениям еще, которые будут жить до нас. Кроме того, не просто спасибо, а хочется, чтобы мы об этом помнили всегда, передавали этот великий подвиг, знание об этом великом подвиге детям своим. Ну и кроме этого, старались сделать для тех, кто еще ныне здравствует, ветеранов, что-то полезное, помогали им во всем. Ну и помнили всегда о том, что они сделали для нас.